Добрый день, говорю шепотом, чтобы не разбудить нашего котика, Барсика, который у нас отсутствовал целых 10 дней. Не знаю, где он был, но вот сегодня только под утро пришел. Мы обошли все близлежащие тут места, лазили по траве, искали его, звали. Не было нигде его, не видно ничего. Соседская кошка дома. Не ходила с ним. А этот вот товарищ у нас на 10 дней где-то выпал. И где был, не знаю. Может, на какой свадьбе. И там, наверное, пропил свой ошейник, который на нем был. Вот пришел без ошейника. Утром сегодня раненько, в 5 часов уже появился. Давай кричать. Давай требовать еды. Наелся колбасы, напился молока. Поел сухих кормов, спал, потом выгулял себя, вернулся опять домой и опять спать. И вот он сегодня спит беспробудно. Не знаю, может, на ночь опять свалит куда. Вот не уходил на такое, на 10 дней у нас никуда он, этот Барсик. Да, Барсик, ты никуда не уходил же у нас. Ну, а тут ушел, 10 дней его не было. Чего ты сердишься, а, Барсик? Чего ты сердишься? И вот теперь целый день спит на кровати. Полдня на руках спал, то у меня, то у супруги. А теперь спит. Ну, давай свои знаменитые потягушки, давай. Ну, вот так вот. И не ходи больше. Мы же за тебя переживаем, вырастили его из вот такого котеночка. Где был, спрашивается. Где был? А? Где был? Ну вот дома-то как спится хорошо. Больше не гуляй. Девки до Цугундера доведут. Понял? Ты понял меня, Барсик? Все. Спи. Ну а пока, всем пока.